Один порез. Из него потечет кровь. Один порез вас не убьет. Только оставит шрам. Я клянусь, я если резанут глубже. Мы найдем его! Найдем! Я клянусь, мы его! Вы закричите. Но этот крик можно обратить в рык или в жалкое хныканье. Выбор за вами. Вы сами можете сделать из себя жертву, где бы вы ни были. Не надо! В пентхаусе, в тюремной камере или на воле. На улицах этого города. Жалуйтесь на холод, на крыс. Жалуйтесь на своего вожака. Некоторым нравится быть жертвой. Господи, не надо. Они хотят стенать. Я исполню ваше желание. Хотите быть жертвами? Значит, будете. Значит, будете. Но вот я возьму свое. Что там говорят про этот вирус? Что это конец света? Точно! Этот вирус наш учитель! Он поставил урода в форме на место! Дал нам сигнал к действию! Они все у нас отняли! А теперь пришла наша очередь! Мы заберем их дома, их машины, их семьи, их жизни! Это наш город! И пробил наш час! Пробил наш час! Точно! Слышь, помоги его убрать! Ради бога, я прошу вас, отпустите его! Он же ничего вам не сделал! Может, он и не делал, зато я сейчас точно кое-что ему сделаю! Так, агент, сообщения о зэках в Лексингтоне полностью подтвердились. Разведотряд ОТГ все выяснил. Там у них нечто вроде штаба. Ага, потом эти сволочи их сцапали. Вытащи моих ребят. Эти уголовники, с ними неизвестно, что могут сделать. К тому же, это отличная возможность оставить зэков без главаря. Не будем ее упускать. Надо нанести зэкам серьезный удар, убрать Лорей Барретт. Именно она организовала побег. Другого такого стратега у них нет. Они захватили троих моих людей. Если вытащишь их оттуда живыми, я буду тебе очень благодарен. Ладно, займись ими тоже. Но только не в ущерб основной задаче. Все, погуляли зэки на свободе и хватит. Остались наши. Ah!
Внимание! Приближается противник. Это наша территория! Внимание! Новые силы противника. Не проблема. Я всех урою. Это даже не смерть. Я всех урою. Надо же, меня спасли. Я уж думал, меня тоже убьют, как и остальных. Рядом с вами находится эхозапись. Давайте поиграем в метание топора. Скажем, 10 очков, если попадешь в руку. 5, если в ладонь. А за голову сколько? 20? 30? Смотря как глубоко войдет. Не надо. У меня семья. А у меня, думаешь, не было семьи? Думаешь, я в тюрьме родился? Нет, я просто... Ну, не надо. Ну, зачем вы это делаете? Мы же не униформа, мы живые люди. Мало ли кто во что одет. Хе-хе, наконец-то хоть кто-то из вас прочувствует на себе, каково это. Я не понимаю. Да колей, сука! Больше тебе ничего не надо понимать. Не надо. Эй, босс, мы тут поймали поросеночка. Пожарим ребятам рождественский окорок. С окороком такая хитрость. Надо знать, где сделать первый надрез. Нет. Стойте! Вошли в безопасную зону. Внимание! Вы находитесь в безопасной зоне. Агент, заложника держат на крыше. Нужно зачистить крышу! Знаешь, что надо делать?
О, спасибо тебе. Я думал, мне конец. Они меня хорошо обработали. Барретт и ее люди. Они внутри. А ты черт! Черт! Маяк, это Реймос. Меня нашел агент спецотряда. Я ранен, но могу сражаться. Отставить, Реймос. Мы сами справимся. Найдите укрытие и не высовывайтесь. Это приказ, сержант. Так точно. Внимание! Приближается противник. Я только что узнала про Реймоса. Хорошо, что мы успели вовремя. Спасибо. Мои бойцы занимают позиции для штурма. Агент, тебе необходимо проникнуть в технический лаз. Если верить чертежам здания, в подвале располагается мониторинговая комната. Нужно было друзей с собой брать. Я так рад, что ты на нашей стороне. По всем данным, эта зона безопасна. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Да чтоб тебя! Внимание! Вы выходите из безопасной зоны. Пока что все хорошо, ударные отряды на подходе. По твоему сигналу они ворвутся в главный зал.
Внимание! Приближается противник. Ну давай, гнида! Можешь убить меня! Но всех нас не перебьешь! Мы капли одной реки! Да сколько? Это задание было не из легких. Да, малыш, тебе удалось сломать им хребет. Без мамочки зэки разбегутся. Ха, думаю, с ними будет еще немало хлопот. Но мы хотя бы спасли бойцов АТГ. Да уж, у меня каждый человек на счету. Мы просто не можем позволить себе терять людей. Я в долгу перед тобой, агент. Отличная работа. Молодец, но нужно работать дальше. Я сейчас занят, потом все обсудим. Все работает штатно. Спасибо за помощь, агент. Соблюдай осторожность. До скорого.